Я не хочу. Понеслась. Почему ты не хочешь? Ну, поздно, хочется спать. А не гай мальчик с итальяшкой. Да три. О, какой план? Знакомый. Кейл вот так обычно играет, да. H5. Ну почему он не пошел H5? Ну, он сейчас пойдет H5. В этом идея плана. Я Вообще, так. Марат пишет. А, нет. Ну, он намекает, что как бы он успеет, что белых как бы чуть-чуть лучше, но он успеет все прикрыть. Намекает, он, по-моему, ясно это говорит. Ну, конь B5. Успеет все прикрыть, по-моему, нет. И как уже защищаться? Видимо, никак. Там люди говорят, что итальяшка нуб. Слушай, потом покажу это видео. Хорошо. Нуб. Нуб это новичок, видимо, да? Ну, там еще и другое сейчас значение есть. Дуб это new buy. Я Да, понял. новичок. Я тоже играл в Counter-Strike. Я очень мало играл в Counter-Strike, я говорю по-английски. Ну давай, бей на Е5. Ну, видимо, аж банк какой-то пусть. Ну, то есть А6 надо как-то так играть. Ты знаешь такого шахматиста, как Денис Адиби? Что? Ну, я просто тут в чате люди интересуются. Может, мне тоже с ним пообщаться? Давай. Все оценят твой выдающийся английский. Я написал. Он правильно сыграл, кстати, еще может и не Я так все. написал три буквы, угадай какие. Надеюсь, английский. Почему? Стоп. Зачем так сыграл? Я вынужден был так играть, мне это самому не нравится, не думай. Ну, ладья C1, ты пойдешь или нет? Нет, потому что конь C6 будет. А, точно. Ну, побей этого коня. А, ну можно так. Теперь ты грозишь ладья C1. Я говорю, что ладья E5, ну и ладья C1 тоже. Ладья C1, по-моему, посильнее угрозы. Не знаю. Ну, ладья C1... А, нет. Ну, побил ладьей на E5. Да, побил ладья, потом конь D4, после того, слон E7. То есть ему придется короля убирать, но это уже жбан. Если убил короля, придется убирать. По-моему, ты где-то подвыпустил. Да ладно, по-моему, только все лучше и лучше становится. Нет? Что это за ход за ферзь F3? Напал на пешку. Попытка поменять ферзя очередная. Да. Бездарно. Бездарно, ребята. Не меняйте ферзь. Ой! Да Зачем? я не буду менять ферзи, я успокоюсь. Я мог поменять и получить остаться с двумя лишними, но все ради наших зрителей, Кирилл. Ты оценил? Да чтобы люди не выключали ролик на 7-й секунде. Я вам мат даю, но. Но ферзь, да, ферзь G4. Ну, не мат, но ему под фигуру отдавать, вот слон C5. Держи. Ладья D8 мат, что ли? Да не, ну он не пойдет, слон C5, это слишком неуважительно к сопернику. Он сейчас сдастся. Да. Да.